10 декабря сегодня. Такая замечательная погода. Обещали до 15-16 градусов. Краснодарский край. Поселок Псибай. Река Лаба. Напомню, что в Узбекистане выпал снег и минус 11-10 градусов. Делегация протопали. Интересные дела. В озере почти не осталось воды. Берега уходили к лесу. А сейчас все обнажилось. Воду просто спустили, шлюз открыли, и вода ушла. Если там воды было мало, то здесь наоборот. Значительно прибавилось. Уточки поплыли и скрылись вон в том лесу. Лес затопило, они туда. Раньше это было самое маленькое озеро. Сейчас общее заняло и огромную территорию. Ну, уточки учуяли, что я иду. Человек идет, и скрылись в том лесу, который затоплен. Быстренько. А вот здесь яблоки висят до сих пор. А сегодня, напомню, сегодня зима. Под ногами лед, а яблоки висят. Наверное, дичка. Такие странности. Но они не замерзли, значит, мороз был несерьезный. Легкий достаточно. Сегодня он обгрызанный. Снег выпадет, и животное будет сюда, вот с леса выходить. Здесь всегда много следов. Вот такая здесь картина. Вода залила лес частично. И все. Покрыла гладью зеркальное. Это озеро было самым маленьким прежде. Сейчас оно расползлось по лесу. А дальше будет крупное озеро, самое большое озеро. Вот, чтобы там увидеть птиц, надо очень осторожно подходить. Лебеди те могут и не прятаться, а остальная птица сразу сбежит.
Этого озера раньше не было. Хотя нет, подожди, это я же... Это то самое большое, маленькое озеро, которое... И лодки вот здесь где-то прятались, вот здесь вот. Это я подошел с тылу. О. Раньше он просто не доходила вода сюда. Почему показалось, что это новое озеро. Вот я с той стороны подошел, а лодки спрятались здесь, вот в этих деревьях. А сейчас они переплыли туда, южнее. January 23, 2023. Все замерзло, а лебеди вон на той окраине. А там даже воды нету, они, по-моему, по льду ходят, бедные. Гулю-гулю. Гулю-гулю-гулю-гулю. Гулю-гулю-гулю-гулю-гулю-гулю-гулю-гулю. Гулю-гулю-гулю-гулю-гулю-гулю-гулю-гулю. Гулю-гулю-гулю-гулю-гулю. Гулю-гулю-гулю. Ого-го-го, так глубоко, нет, это, то есть получается около 2 метров, нет, снова идут, неохотно, я удивляюсь, там маленькие птенчики, гагры, или как, что это за птички такие? Озера позамерзали, они вот держат небольшую полынью, кучи птицы, чтобы не замерзло. Но я надеюсь, что будет теплее, и они... Полынья сохранилась. А потом, если замерзнуть, им некуда лететь. Придется в сторону мостов тогда. Или на речке. Но на речке небезопасно. Там есть озерца небольшие, но они уязвимы. Может и лиса подойти, и волк. И плавают, не дают замерзнуть. Я надеюсь, что завтра, послезавтра будет теплее. И, может быть, у нее будет полынья пошире. Вообще птица меньше всего боится животных. Для нее основную опасность все же представляет человек. Потому что человек изощрен в своих ухищрениях ради того, чтобы ублажить свой желудок. Мы видим, как охотно люди убивают друг друга. Что же говорить о птицах в этом смысле? Они решили, птицы, что я ухожу, и двинулись сюда. Но я еще не ушел. Интересно, почему они так массово сразу... Массово все взлетели, как договорившись. Как они это понимают друг друга. Чтобы синхронно так взлететь одномоментно, секундно, и все сразу.
Это очередное озеро. Но она окружена лесом. Если здесь птица есть, то там, в глубине где-то. января. Лед по-прежнему стоит на этих озерах. Дикие лебеди. А эти ручные остались в семье. А, утки. Утки полетели. Это не те. Это не те. Не те, да? Нет, вот, вот трое. Вот это семья была пять. Да, да, да. Пять, и... пять молодых. Вот. А они сейчас двое. Один здесь помет, другой там. Замет? А третьего не знаю. Не знаю. Забили они, их выгоняли. Это он забил. А кто? Там, кто мог забить? Ну, не знаю. Ну, вон там где-то он лежит. Один он на том, что другой. Да? Я тебе не подхожу. Знакомые подъехали, пол ведра пшеницы привезли и кукурузы. Говорят, хлебом нежелательно кормить. Им нужно все время смачивать водой, чтобы хлеб проглотить. Два лебедя мертвые где-то лежат. Кто-то убил или животные напали, что вполне возможно. Сегодня 11 февраля. Пришел проведать лебедей. Утки летают, не садятся. Лебеди выгоняют всех. Постоянно дерутся. И птицу выгоняют. Ну и напрасно. Ветер сильный начался подниматься. Я хочу найти мертвый лебедь где-то здесь. Почему? Убили, что ли? Большое озеро. И там еще 3-4 озера дальше. Куда поехали? Идите сюда. Поворачиваем оглобли и по прямой. Да у меня больше ничего нету. Все отдал. А подожди, нет, нет. Я начинаю шевелиться, и они обратно лезут. Опять приехали. Вот. Товарищи какие наивные. Уровень воды значительно поднялся. Талые воды. Два лебедя, как мне стало известно, погибли почему-то. Причины не знаю. Но возможно одна из причин, что зимой по льду кормили их хлебом. Они не могут проглотить без воды, без влаги. Кидали им хлеба, а там воды нет. Талые воды поднялись. Гадкий утенок. Везде его гонят. Только когда есть вода, тогда можно кидать. А когда лед, кидать лебедям хлеб нельзя.
В эту зиму 2 лебедя погибли. Причины не знаю, но, возможно, одна из причин в том, что кормили неправильно. Сегодня 26 февраля, да, наверное, 26. Температура около 18-20 градусов тепла. Краснодар. Шидок, Гипск, Псибай. Вон летят. Утки летят на посадку. Не знаю, как приземлиться. Утки летают, не могут приземлиться. А лебедей здесь, это не все лебеди. А остальные, сейчас они, у них идет спаривание, начинается. Весенние игры. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Всего вам доброго. До свидания. Оставаться наедине.